Всем привет, дорогие друзья, с вами Кирилл Сакаст, и сегодня у нас обзор на новую игру, это Меч и Магия, Герои Эра Хаоса. Как вы понимаете, по названию на слух сразу бросается Герой Меча и Магии. Конечно, игра позиционировалась то, что это будет похожая игра, создали ее Ubisoft, но давайте в целом посмотрим, удалось ли у них как-то хоть приблизиться к такому культовому проекту, потому что, я думаю, многие из вас знают, что такое Герой Меча и Магии, то есть это одна из крутейших игр, которая была на ПК, то есть особенно третий герой, как по мне. Давайте посмотрим, что вообще есть в игре. Конечно, отдаленно есть какие-то схожие элементы, то есть с Героем Меча и Магии, то есть это есть персонажи, которые похожи, именно мы это сейчас, конечно, все рассмотрим, то есть есть отряды, кто играл, естественно, понимает, что копейщики, монахи, всадники, лучники, то есть это стандартные именно герои замка именно людского, то есть есть даже ангел, получается, можно все это дело посмотреть. Так, немножко не так, можно дело все это посмотреть. У каждого, естественно, есть ряд каких-то умений определенных, то есть, как вы видите, юнитов много. Нет такой системы здесь, как в стандартных героях, то есть это, конечно, просто название похоже и именно часть моделек какие-то именно взяты. Основная, конечно, схожесть, то, что это есть управление в бою. То есть перед боем у нас есть своя армия, как вы видите. Вот у меня есть пока 4 юнита и герой. Соответственно, я могу как-то вариативно это все ставить под различные именно тактики. То есть, если, допустим, всадник, он целенаправленно бежит вперед, можно как-то обходить фланги, то есть нападать на лучников. Естественно, есть копейщик, который будет все это дело принимать какой-то базовый урон. То есть, пока много у меня функций, конечно, здесь закрыто. Давайте посмотрим, наверное, бой, чтобы мы хотя бы могли понять вообще, как все это выглядит. То есть боевка довольно-таки стандартная. Есть определенные точки, которые мы открываем на определенное количество звезд, и с этого потом мы можем авто их фармить. Сейчас посмотрим, как вообще выглядит бой. Надеюсь, вы это ждете. То есть мы можем посмотреть, как вы видите, такой в шахмат именно доске, то есть какие юниты у врага, то есть как они расположены. И от этого, естественно, есть элемент тактики. Но здесь пока у меня количество юнитов ограничено, поэтому о какой тактике может быть, точнее, может идти речь. А пока идет, естественно, такое полуобучение, то есть можно посмотреть поначалу определенные какие-то перки. Так, есть урон от взрыва в начале, мощный штурм. То есть какая-то обилка есть. Пока посмотрим, как это все выглядит. Там количество отрядов в бою, точнее, количество отрядов именно было в группе. Так, обучение мы, естественно, особо смотреть не будем. То есть бой идет в авторежиме. Мы расставляем определенные юнитов. У нас есть магия. Эту магию мы можем использовать, которая, как видите, у нас заряжается. Наши юниты, получается, мы никак и не можем ими управлять. Мы можем управлять только вот магией, которая у нас есть, и бонусами. То есть у моего героя есть это выстрел. Сейчас пока получается именно буран. Есть осколки ледяные падают. Есть потом увеличение урона для нас. А героев, конечно, как вы можете сейчас посмотреть, давайте, наверное, тоже сразу это рассмотрим, пока я не забыл. То есть герои, естественно, есть определенный ряд умений у каждого, то есть можно посмотреть, вот. Повышает атаку союзников отрядов в большой области на 60%, то есть кидает там, допустим, на лучников на задний ряд и на монахов, и они наносят больше урона. То есть героев, как вы видите, пока не так много, но и я бы не сказал, что мало. Так, давайте еще сразу рассмотрим, то есть отряды, как они прокачиваются. Есть звезды определенные, есть уровень снаряжения. То есть мы берем уровень снаряжения, прокачиваем, соответственно, так, больше прокачать не могу, к сожалению моему. То есть стандартно, как всегда, все это в таких играх такого жанра, то есть обычный уровень, потом, как вы видите, уже зеленая рамочка, потом будет синяя, скорее всего, потом фиолетовая, то есть это все стандартно. Как героев пока получать, я, к сожалению, не знаю. Есть у нас, получается, алтарь, то есть, скорее всего, это будет именно призыв. То есть, будем получать какие-то жетоны, либо за кристаллы донатные. За счет этого будем получать уникальных пока героев. Как это все будет выглядеть, пока сложно сказать, потому что играю только 10 минут, наверное. Еще, естественно, не все пока знаю. Давайте дальше пройдемся по компании, посмотрим, что дальше нам игра предложит. Ну, механика довольно-таки, конечно, я бы сказал, что прям интересная. Есть, конечно, элементы стратегии, и это хорошо. Но для именно позиционирования как Героя Меча и Магии, хотя по названию это уже как отдаленно напоминает. Вот давайте посмотрим. Как видите, я кидаю баф на 60% увеличения урона. У нас есть монахи, они
наносят урон и еще могут подкидывать наши пати. Все, к сожалению, это срабатывает именно в пассивном режиме, то есть мы, к сожалению, этим никак не управляем. Как на мой взгляд, конечно, это минус, но может кто-то посчитать, что это тоже плюс, потому что каждая такой, если каждым отрядом управлять, соответственно, для мобильной игры, наверное, этот жанр будет немножко медленный. Потому что каждый хочет зайти по-быстрому, потратить свою энергию и, соответственно, максимально получить пользу в короткий срок. А если делать такие именно пошаговые бои, то есть это по времени будет намного-намного дольше все, естественно, занимать. Как вы видите, даже вот кто играл в Герой Меча и Магии, то есть такие вот эти стандартные такие набав было по на атаку, либо на защиту такие сооружения были, в основе как здесь это будет, это просто здесь отдельная точка, то есть ничего большего, к сожалению. Так, есть призраки здесь, есть там скелеты. Ну, конечно, с одной стороны, так, у нас есть, получается, ну, есть стандартный уже автобой. То есть, доросли мы до этого уровня, когда, в принципе, нам уже ничего не нужно делать. То есть, спокойненько ставим автобой и наслаждаемся именно графикой и геймплеем игры. Ну, графика, конечно, не особо здесь какая-то прям такая сногсшибательная. То есть, конечно, она рассчитана именно на массовое устройство. Здесь нет такого прям разброса такого именно спецэффектов каких-то, да, все красиво выглядит именно в такой мультяшной именно манере. Плюс это минус, конечно, решайте сами, потому что для каждого графика все-таки индивидуально, кому-то нужно пиксельные нравится, кому-то нет. Так, это всадник, пробуем убедить их присоединиться, то есть элемент так, это рыцари рождены, чтобы служить вам, они так долго вас ждали. Проверить позже бой. Ну давайте, то есть получается, если мы сможем их победить, мы получим этих рыцарей. Ну, в принципе, я думаю, ничего сложного, если учесть, что... Конечно, они, смотрите, они сейчас пойдут, наверное, в задний ряд. Можно было это все дело подкорректировать, именно то, чтобы они наткнулись и на наших лучников. Но количество наших юнитов намного превышает оппонента. Поэтому элемент такой стратегии здесь в данный момент я, конечно, не использую. То есть это, конечно, нужно будет делать на поздних этапах игры. То есть сейчас идет элемент обучения, то есть все проходится спокойно в автобое. То есть вот видите, получили мы осколки. То есть эти осколки, я так понимаю, потом мы будем, естественно, сейчас зайдем, получается, в инвентарь и посмотрим, как все это будет. То есть накапливаем, наверное, количество определенных осколков и, соответственно, так, ну, игра нам сама подсказывает, что делать, поэтому не буду здесь гадать. Так, она нам подсказывает здесь прокачать повышение ранга. Так, а мы собрали, получается, осколки на повышение по ходу всадника. Так, давайте еще активируем. То есть получили дополнительную атаку, получили дополнительные жизни. Такая схема небольшая прокачки. Так понимаю, когда, наверное, весь мой пазл соберем, можем, наверное, прокачать на следующий уровень. Но это пока, конечно, мои догадки. Ну да, в принципе, как я и говорил, то есть есть определенное количество осколков. То есть у меня уже 5 осколков жар птицы. То есть есть дьявол, давайте посмотрим, как вообще дьявол выглядит, конечно, похож он вообще на стандартного, но такой какой-то аниме стиль, да, больше, наверное. Есть нага, есть гном, грифон, ну, кстати, грифон это, так, вот, кстати, гигант. Да, гигант это вот один из моих любимых был замков, именно магии с нагами, с гигантами, которые издалека стреляли. Конечно, это было все такая ностальгия. Как вам, друзья, в целом игра, естественно, напишите в комментариях, потому что все-таки размах взяли Ubisoft серьезно именно по названию. И, конечно, возможно, это будет большой минус именно по оценкам, потому что люди будут заходить думать, что это стандартные какие-то похожие герои меча и магии, а на деле получать не тот продукт, который они хотели бы. Давайте еще, наверное, пару боев проведем. Сейчас хочу дойти до какой-то, вот, кстати, получается, жар птицы у нас. Это, я так понимаю, босс, который мы получим сейчас дополнительные осколки. Не буду я тут что-то придумывать. Поставил автобой. Компьютер, наверное, лучше пока знает на данном этапе игры, что лучше сделать. Так, жар-птица будет она сейчас перерождаться или нет? Вот это лучше было неплохой. Как могли увидеть, сразу пол отряда мы упало. Так, яйцо перерождается. И, соответственно, я думаю, сейчас проиграю. А нет, у него мало хп. Повезло, что он не с фулл хп восстанавливается, иначе бы это было сразу поражение. Так, осколков я, к сожалению, никаких не получил. Так, ну это пока мы пополнять не будем. Феникс, конечно, нам понравился. А вот и, кстати, здание. Посмотрим, будет ли... Так, там уже здание, получается, с героем. Ну вот, нападаем мы так своеобразно на замок. То есть, конечно, замков здесь я не вижу. То есть мы
до этого в обучении, когда я нападал, замок сразу разрушался, то есть это никак не связано именно то, что мы захватили замок, мы получили тебе дополнительный ресурс. Может быть, в дальнейшем так и будет. Сложно пока сказать, но пока ситуация такая, что мы побеждаем оппонента и получаем просто награды именно за прохождение. Так, вот нам Буран пригодится. Конечно, уже тяжелее проходится, даже можно посмотреть. То есть нужно уже сейчас прокачивать на данный момент именно героев, но пока я, естественно, не делаю это, потому что делаю такой обзор на это все дело. Ну вот, сюжет завершили, получили награды какие-то здесь. Ну и так далее, получается. Проходим главу одну, проходим вторую главу. Открываем еще для себя именно в городе дополнительную арену. Ворот я пока не знаю, что. Но арена это стандартно. Тут какая-то компания для гильдии, рынок. Ну, как вы можете видеть, это все вот это, все вот эти наборы, то есть это все стандартно. Дозорно, скорее всего, будут какие-то именно квесты, которые нужно будет проходить в авторежиме. То есть, ну, вот эта часть вся для вас, для всех знакомая. То есть, основную фишку именно геймплея боя вам показал. То есть, если понравилась игра, естественно, пишите в этом в комментариях, нравится вообще вам герой меча и магии. Если нравится, ставьте, конечно, лайк, потому что, я думаю, мало кому эта игра может, в принципе, не нравится. А с вами был Кирилл Сакаст, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, будет куча обзоров на разные игры. Всем удачи!